Всем привет! У нас тут начался сезон охоты, это значит, что я объявляю охоту на своих друзей Топовского и Пикселя. В общем-то, суть очень проста. У нас есть в качестве локации огромная военная база, и я даю своим друзьям фору в несколько секунд для того, чтобы они спрятались на этой базе. Затем я беру машину и начинаю ездить по военной базе в поиске своих друзей. Я могу пользоваться только пушками, а их задача — прячься от меня, искать кирку, которая спрятана где-то на военной базе. После того, как они ее найдут, они должны сломать стену из обсидиана и забрать оттуда танки, чтобы победить меня. Погнали! Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и чё-то мои друзья меня боятся, если честно, я не понимаю, ребят, а вы чё меня боитесь-то все, А ну не подходи ко мне, Рома, ну отойди! Максим, он опять этой штукой будет тыкать, не подходи к нему! В общем-то, ребята, сегодня я открываю охоту на своих друзей, вот такое вот интересное видео, интересно же, ребят, видео получится? Нет, нет, нифигашеньки неинтересно, не подходи, В общем-то, ладно, короче, суть я вам уже объяснил в роликах, все очень просто, у нас есть предметы также, которые я вам еще не показал, это предметы меня, то бишь охотника, я их прямо сейчас одеваю, ребят, как вам мой лук, так сказать, на сегодня, охотника? Максим, Максим, запускай винтокрыл, полетели отсюда. Давай отсюда. Максим, какая-то хрень, что-то не взлетаем, давай в другой винтокрыл пошли. Хеликоптер сдох. Давай в это, давай, давай, давай. Давай. Понятно, не зря я все-таки решил объявить охоту на своих друзей. В общем-то, ребят, вы забираете это свои предметы, ведь у вас всего лишь будет 30 секунд на то, чтобы спрятаться, время прошло. Все. Я сваливаю. Бегите, бегите, ребятки. А я прямо сейчас беру свое оружие и потихоньку готовлюсь выходить на охоту. У вас есть время, чтобы где-нибудь спрятаться на этой огромной военной базе. Так, я беру также магазин, заряды, все это, собственно, беру. И что ж, ребятки, я готов, я уже готов. А я вон вижу, где вы, в принципе, ходите. Могу вот первый патрончик уже пустить. Блин, не достает. Тихо. Рядом. Вот, я прям прослышал свист пуль над головой. Максим, прячься. Давай вот тут. Ну ничего, ребят, ничего, это вам не поможет, потому что прямо сейчас я заправляю свою машину, и я готов прямо сейчас ехать и охотиться на вас. Я думаю, вы помните вашу задачу, искать кирку, а я уже еду в вашу сторону. И я надеюсь, что вы будете где-то здесь, и я уже чувствую, ребята, выходите, бам! Ай, тихо, блин! Тихо, лучше подальше отойти, ё-моё, тихо. Он в тот ангар пошёл, Максим. Что? Стоять! Он заметил, сваливай, давай за это ухо спрячься. Хорошо, стреляет, ё-моё, Максим, беги! Ай, под жопу прилетело мне! Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать, перезарядочка дробовика, у вас есть еще пару секунд. Я спалился. Ты живой, братик? Да, очень больно, мне очень больно. Максим, я пойду коров, это самое, да. Подоешь? Да, подаю коров. Так, где же вы? Опа, вон я вижу первый у нас пациентик, так сказать. Опа. Постреливаем. Ладно, я за что ты убил эту маленькую коровку, которая мукала тут утром и вечером? Ты псих, просто психич, ненормальный. Черт, короче, бешеный. Они слишком далеко смотались. Мне нужно срочно садиться снова в свою машину и снова идти ехать за ними. Потому что если они найдут кирку, то я проиграю. Я напоминаю, сегодня я в роли охотника, и они в роли добычи. Так, все, садимся на мою тачку. Который, кстати, не умею управлять. Пиксель, запрячивайся в горошках вот в этих. Давай, нет, Максим, я в казармах. Главное, чтобы он этого не услышал. Я в казарме запрятался. Ну так это и есть горошек. Это горошек называешь. Я в казарме, я просто военно обязанный. Ой, иди сюда! Товарищ полковник, отстаньте! Я сейчас буду простреливать. Вот так вот. Так. Перезарядочка. Быстрее, пока они не удрали. Нужно им дымовуху кинуть. Дымовуху закидываем. Все, отлично. Они должны потерять дезориентацию. Так. А теперь поехали из дробовика. Ребятки, выходите. Я вас буду искать. Отстань! Зелень невидимости! Ты спрятался? Я выпил зелень невидимости, Максим! Я выпил зелень невидимости, я от него сваливаю!
Слушай, я сейчас помогу тебе, Максим, сейчас я его отвлеку, я возьму его на себя, пока он не теряет вместе, он ничего не поймет. Давай, я беру его на себя. Так, получай компотище, получай. В смысле? Что это такое? Срочно, дымовую гранату, нужно кидать дымовую гранату. Быстрее, надо смаливать отсюда, быстрее. Так, садимся на свою машину. Ё-моё, они не промах, я-то думал, они промах, когда их звал, они были такие беззащитные щеночки, которые ничего не могли. А сейчас, слушайте, я даже не могу про них такое сказать. Ну ничего, прямо сейчас я буду немного пожестче, немного построже. Только вот бы выйти немного отсюда. Так, нужно разворотик. Отлично, ребятки, вы где? Пикси, иди сюда быстрее, давай спрячемся на башню на эту, ты где? Слушай, сейчас бегу к тебе, сейчас, подожди секунду, я вот уже подбегаю, короче, я уже опа, совсем рядом. Опа, башенка, здравствуйте, опа, перезарядочка, чё, в смысле? Я у меня ещё зелень вести, помогаю. Давай, снова дымку кидаем, сваливаем, блин, зелье, у меня заканчивается зелье, Максим, бежит, давай на крышу, Максим. Они поползли на крышу. Ну ничего, у меня есть снайперка, который может снять просто с одного. Он в ногу, мне прострелил ногу! Ты живой хотя бы? Да, бегу отсюда! Точно все нормально, Максим, ты себя нормально чувствуешь? Да, я яблочко съел. Все, хорошо, у меня зелье закончилось. Где же они? Я тачку мою украл! Я разобью сейчас ее! Максим, выбегай из машины, быстрее, давай, перебегаем в другую часть военной базы. Давай, сюда. Бежим вот туда, на ту вышку. Перезарядка, нужно сделать перезарядку. Опа, вон, бежит. Опа, так, давай, я должен попасть. Я должен сегодня, я охотник. Черт, я мажу. Нет, это не вариант, нужно спускаться отсюда и срочно бежать за ними. Так, где они? Они там находятся в районе танков. Ну ничего, ребята, сегодня я выиграю. Вот козлина этот Максим, конечно, смотрите. Машину меня полностью застопил. Ну ничего, я и без машины, как говорится, справлюсь. Так, перезарядочка. Пикси, я перебегаю. Куда спрячемся в танках? Опа, в танках, опа, да? Опа. Подожди, он там возле танков. Давай его, короче, сейчас обкрутим просто вокруг вот этого дома. Давай на крышу. Перезарядка, черт. Ребятки, я иду вас искать. У вас осталось мало времени. И все меньше и меньше. Да, давай на крышу, Максим. Давай на крышу, дружочек-пирожочек. Давай быстрее. Вот давай сюда, я давай. Подсажу тебя. Давай, ты готов. Ща. Так, подожди. Так, ребята, я уже в здании. Вот вы в ловушке. Поднимайся быстрее, Максим, давай через крышу, ё-моё! Ешь яблоко, надо прыгать, он взял, слышу его шаги! Я не хочу умирать, я молодой миллионер, а где он? Вот сюда, ой, я слышу шаги его, давай вот сюда прыгаем на окно! Давай, раз, два, прыгаем, попали! Чёрт, я сам себя слепил! Где вы, я вас достану, поняли, я буду стрелять везде! Так, быстрее, нужно стрелять, нельзя им дать шанс упустить! Так, всё, где они? Вот, бегут, срочно, доставим винтовку! Давай, ищи, нам нужно кирку искать, мы уже практически все обыскали, давай, шуруди. Пиксель, ты не поверишь, я нашел кирку! Серьезно, ты уверен, это та самая кирка? Да, вот, смотри! Они нашли кирку! Это очень плохо, ребята! Они могут победить! Не-не-не, я не должен этого допустить! Если они откроют танки, то мне просто конец! А, ребята, мы должны срочно их остановить! Так, быстрее пушку заряжаем! Мне нужно срочно взять новую машину и доехать до них! Мне нужно их опередить! Короче, так, Максим, давай, короче, да, перебегаем, да вот сюда, да? Отвлеки его, можешь его отвлечь, а я пока попробую разбить обсидиан. Все, братик, давай, работаем по ситуации 242.8.15, /220, двоеточие 316, нижнее подчеркивание 12. Я беру его на себя! Пошел ты! Стоять, я сказал! Ствол! Ломай! Все, я сломал! Иди ко мне, быстрее, Пикси! Что? Бегу! Ах, тихо, он не пропускает меня! Так... Перезарядка! Давай, пошел вон отсюда! Пошел ты! Пошел, козел! Тихо! Так, теперь стреляем, поехали! Я должен кого-то хотя бы подстрелить! Давай! Пуля попала в ногу! Давай! Заправляйся! Ты умеешь танки заправлять? Я никогда танки не заправлял!
Давай, вообще максимально так, я сел, работаем. Так, заправляю, залил, 17%. Ну чё? 40 литров залил, все, давай, вперед, давай! Что? Пошел, что происходит? Вперед, полный что? Вперед. Ё-моё, чёрт, они все-таки достали их! Чёрт, так вроде все перезарядил. О, нет, они едут, ребят. Кажется, я проиграл. Пошёл, тихо, получай! Тихо, мир, давайте мир. Все, мир. Сдаю оружие, сдаюсь. Какой нафиг мир? Стреляй по нему, давай. Вы что делаете? Вы совсем офигели, что ли? Ё-моё, два танка ходят теперь за мной. Что это тут происходит? Хорош, Максим, вот это ты, конечно, профессионал в боулинге. Что, я его задавил? Ё-моё! Да, это просто жесть! Это просто жесть! Ладно, ребят, все, вылазите! У нас перемирие! Ха-ха, да хорош! Это не я, танк просто на круиз-контроле поехал. В общем-то, ребята, сегодня у нас было вот такое вот видео. Я бы даже сказал, это ролеплей получился очень интересный. Игра по ролям. Сегодня Пиксель и Топовский, мои друзья, отыграли жертву, а отыграл Охотника. И все-таки, ребятки, Охотник имеет свойство проигрывать. Поэтому, как бы, живите в мире, все должно быть хорошо. И вот, как говорится, вы достали кирку. Ребята, вам сложно было? Вам страшно было вообще? Очень, если честно, я прям боялся. Да. На самом деле, вот самое стрёмное, когда мы перебегали из одной конца базы в другую, просто офигеть, я думал, я обосрусь. На самом деле, я и обосрался. Где-то там по центру лежит куча дерьма. Я понял, мне подскользнулся. Ну, вот, короче. Ребят, спасибо большое за просмотр. С вами был я, Компот. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем удачи, спасибо и пока!